Зря ты все. Ты думаешь, я орудие? Это ты стрелял в Рубченко. И попал в Рубченко. Но я не Рубченко. Хорошо. Иди отсюда. Расстегни. Ну! Расстегни! Не смог я ей сказать. О чем это ты? Они у нее мужа забрали. А я видел. А может и хорошо, что не сказал. Отвяжи, слышишь? Отвяжи, идиот. Не вырвется. Не вырвется. Сережа, иди. Ключи где-нибудь спрячешь. Иди. Их могут схватить, а ты проскочишь. Алло, Настю, позовите, пожалуйста. Ушла? С Дашей ушла. Спит Даша. Ну хорошо, что спит. До свидания, спасибо. Все перекрыто. Меня пропустят. У меня больной. Вы доктор, я знаю. Но все равно не пропустят. Доктор, я прок знаю, но мне там не пройти. А на вашем козле проскочим. Доктор! А что, мотоцикл бросите? Черт с ним.
У меня инфекционно больной. Да я здоровый лоб, мне что? Садитесь. Неладное что-то творится. Не знаю, как сказать. Так и говорите. Не знаю. Страшно. От всего этого. От указов, от приказов. Этого нельзя. Того нельзя. Телефон отключен, автовокзал не работает. Фактов у меня нет, но я чую. Ну и чутье у вас. Чутье? Будь здоров, доктор. Вот смотрю, и мальчишка у вас не больной. А вы не смотрите. Не сюда надо смотреть. Не сюда, а по сторонам, чтобы уцелеть.